Едешь спокойно на учебу или на работу в вагоне метро. Выходишь делать пересадку и слышишь знакомые музыкальные мотивы. «29 сентября в рамках спецпроекта «Музыка в метро» от ВК «Музыки» и московского метрополитена выступила группа «Айова». В аванзале на станции метро «Таганская» кольцевой линии жители столицы ждали громкие хиты группы в эксклюзивной акустической аранжировке. Стать мамой, выпустить новые альбомы, концерты – все это уже давно сбывшиеся мечты Кати. Теперь пришло время воплощать в реальность самые неожиданные желания. Представляешь, в июне я написала, что я стала… В настоящем времени я стала актрисой, я кайфую от того, что со мной происходит, я снимаюсь в кино, там какие-то еще подробности написала, я занимаюсь с коучем. Певец Акмаль тоже когда-то загадал желание – однажды стать знаменитым. И каждый день делает все возможное, чтобы скорее приблизить себя к мечте. На днях он презентовал новый альбом «Сидела в мыслях». Все, что вы услышите сегодня, действительно сидело в моих мыслях когда-то. Что-то сидело в мыслях аж год, что-то даже больше, а что-то получилось дописать за 2 дня до отгрузки. Но известность имеет свои особенности. Проводить свободное время с родными и друзьями в общественных местах становится сложнее. Крис Янг, например, перестал ходить в караоке. Особенно если, сами понимаете, если кто-то знал и так далее, это превращается уже не в караоке отдых, а какой-то мини-концерт. Однако такие ограничения кажутся уже незначительными, когда ты чувствуешь настоящую поддержку и любовь поклонников. Сейчас она особенно важна для певца, ведь выход клипа всегда волнительный момент для артиста. От холода Крис Янг уже всех спас, теперь призывает танцевать вместе с ним. О, как же я в тебя влюбился.